Профессиональная печать на спортивную экипировку «Спортпринт-М». Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» совместно с Северной лигой ЛФЛ рада приветствовать вас на поединке 38-го, но не заключительного тура в первом дивизионе. Смена ВККЛВ, сегодняшний матч, который на первый взгляд, наверное, не так много интриги в себе таит, но если разобраться, этот поединок может получиться крайне увлекательным. Смена еще в прошлом туре обеспечила себе повышение в классе, путевку в высший дивизион. ВККЛВ, напротив, не может еще быть спокойно касательно своего будущего в первой лиге. Сегодня днем практик неожиданно уступил Вымпелу, и теперь войковчанам необходимо не только обезопасить себя от посягательств команды Дмитрия Мамеева, но и располагающихся в зоне стыков букмекеров, которые свой матч будут проводить на следующий день. Главный арбитр встречи Николай Овчинников проверяет готовность голкиперов обеих команд. Резервного рефери, коим сегодня является Ренат Салимов. Ваш комментатор на ближайший час Никита Лаврентьев. Стартовый свисток прозвучал, и давайте мы с вами быстро пробежимся по играющим составам команд. Начну по традиции с состава номинальных гостей. Футбольный клуб ВККЛВ в розовой форме в нынешнем сезоне выступает. В воротах под 35-м номером играет Евгений Анисаров. В два центральных защитника действуют войковчане. Это Максим Горбунов, 29-й, и Борис Силич, 4-й. Александр Кудрявцев, 7-й, и Сергей Михайлов, 6-й, расположились в центре поля. По краям им помогать будут Дмитрий Бекренев, 17-й, и Алексей Рассказов, 15-й. На острие атаки Виталий Мотов. А у нас тем временем счет матча открыт. И на самом деле еще даже минут игрового времени не прошла, а сине-белые открывают счет в этом противостоянии. 1-0. Вот такой вот быстрый старт в исполнении фаворита. Не успел я вам даже составы команд толком представить, а Степан Барышев после розыгрыша стандарта уже счет в сегодняшнем матче открыл. Итак, по составу смены пробежимся. Николай Мухин, 31-й, сегодня он защищает ворота сине-белых. В центре обороны Сергей Кабанов, 5-й, слева Дмитрий Капустин, 17-й, справа Вадим Белугин, 10-й, Ратина Дарая, 6-й, в центре полузащиты расположился Александр Гавриленко, 2-й, слева, и Степан Барышев, 15-й, справа, Игорь Вековищев, 4-й номер на острие атаки у футбольного клуба «Смена». Сказали мы о том, что смена уже обеспечила себе повышение в классе, и следующий сезон начнет в элите Северной лиги. Именно там большую часть своей истории команда Александра Гавриленкова и провела. Долгое время считалась середняком турнира, выступала и в Еврокубках, но постепенно роли команды отошли на второй план, затем смена вылетела из высшей лиги в первую, затем в течение одного сезона из первой лиги во вторую. Был еще и неудачный сезон во втором дивизионе, но там удалось сохранить прописку команде, и после этого произошла перезагрузка, команда вернулась в первую лигу, а у нас тем временем еще и пенальти назначает главный арбитр встречи. Вот это вот классный, конечно, стартовый спурт в исполнении сине-белых, и Игорь Вековищев, сам и пострадавший, судя по всему, и будет реализовывать этот шанс. Третья минута встречи, четвертая начала свой отчет, никто особенно и не спорил по поводу назначения этого пенальти, без шансов для голкипера, мощнейший выстрел, и счет становится 2-0. Вот даже мы не успели толком и порассуждать на тему возможных исходов, о том, кому что больше нужно в этом поединке. Да, казалось бы, смена фаворит, но уже решила свою задачу по итогам чемпионата. Подняться выше команда не сможет, потому как Аэрофлоту для оформления чемпионства
Нужно было одержать всего одну победу в оставшихся двух встречах, но, как мы все прекрасно знаем, Ансар временно свое выступление на севере прекратил до решения КДК Москвы, так что техническую победу летчики получат завтра и таким образом оформят чемпионский титул. Ну а Буран, который только что, играючи легко, одолел Фортуну, достать смену не может математически. По факту серебро от смены никуда не уплывет, в то же самое время и выше подняться команде не удастся. И можно было предположить, что сегодня, в такую жаркую пору, когда у нас в России проходит чемпионат мира, возможно, определенные проблемы с составом или же с настроем. Все-таки концовка сезона, все мы уже немножко подустали от нашей любимой игры. Но нет, смена начинает классно, смена начинает с места в карьер, забивает 2 гола меньше, чем за 5 минут. И в итоге подтверждает статус своего фаворита. Впрочем, для войковчан на самом деле поражение сегодня не будет значить полной капитуляции, потому как, во-первых, есть еще определенный запас прочности, а именно этот запас исчисляется 4 набранными баллами, которые и нужно отыгрывать бинго-бум, да. У букмекеров таким образом есть шанс своего оппонента достать. Завтра между букмекерами и Ювеналом состоится крайне увлекательный матч с точки зрения сохранения прописки в первом дивизионе. Марвел сегодня без шансов крупно уступил со счетом 0-8 и таким образом подарил возможность охранникам догнать себя в турнирной таблице. Но опять же, в этой связи уже Ювенала нужно одерживать 2 победы. И только в этом случае сумеет команда Валентина Чернышова достать команду Дмитрия Захарова. А здесь Войко рвется в чужие владения. И хороший момент у Александра Кудрявцева. Но и защитники, и Николай Мухин сыграли надежно и не позволили состояться первому ответному голу. Ну а бинго-бум, помимо игры с Ювеналом завтра, на следующей неделе еще предстоит матч с Гепардс, которые, как и Буран, скорее всего, сыграют в стыковом турнире. И команда Дмитрия Гитбендера должна завтра непременно обыгрывать Москву и таким образом обеспечивать себе путевку в стыке. Но вот почему-то мне лично кажется, что последний матч сезона Гепарды потратят как раз-таки на то, чтобы подготовиться к этому изматывающему, короткому, скоротечному даже турниру, в котором красно-черные будут исполнять свою давнюю мечту, а именно выход в высший дивизион. Так что тут нельзя говорить о том, что бинго-бум получит свои 6 очков на блюдечке. Напротив, у Войки КВ позиция несколько лучше относительно конкурентов. Да, сегодня ей играть со сменой. Со сменой, которая на ходу и уже дважды поразила ворота войковчан. Но на следующей неделе у розово-черных будет шанс набрать зачетные очки в игре против Практика, который сегодня как-то слишком уж безалаберно, что ли, играл против Вымпела. Опять же, не хочу говорить, что и сегодня уже все ясно. Нет, ни в коем случае не такие гандикапы отыгрываются в футболе формата 8-8. Здесь еще одно падение, но, конечно, второе пенальти в такой ситуации арбитр не назначит, но все-таки солидный гандикап 2 забитых мяча в игре против команды, которую ты, ну, будем называть вещи своими именами, превосходишь в опыте, в классе, да в чем угодно. Все-таки это действительно классное преимущество на старте поединка. Но, тем не менее, посмотрим за тем, как будет развиваться ход этого противостояния. Тем более, что
На самом деле, Войко КЛВ в нынешнем сезоне, в начале чемпионата, провела достаточно хороший отрезок и шла среди лидеров. Команда побеждала почти всех без исключения. Но все-таки чудо не произошло и откатилось постепенно Войко на те позиции, где мы ее в первой лиге больше привыкли видеть, а именно во второй части турнирной таблицы. Вообще, противостояние смены Войко КЛВ – это своеобразное дерби одних из самых старинных, что ли, коллективов Северной лиги. Но что не менее интересно, несмотря на то, что смена выступает в ЛФЛ со своего первого сезона, а Войко КЛВ со второго, команды между собой почти не пересекались. Долгое время, как я уже говорил, смена выступала в элитном, самом элитном дивизионе нашего округа, в то время как войковчане, напротив, были больше, скажем так, старожилами первого дивизиона. И вот в тот момент, когда смена вылетела из высшего дивизиона и опустилась в первую лигу, не поверите, именно в этот же сезон войковчане, я уже много раз рассказывал эту историю о глупейшем вылете из первого дивизиона, когда в последнем туре войковчанам буквально было невозможно пропустить в таблице выше себя Булат, но коллектив Алексея Гришаева попросту не приехал на свою последнюю игру, получил технари, ну а если вы не знаете о регламентных тонкостях, то за неявку в последних двух матчах чемпионата с командой еще и снимаются 3 очка. И в итоге за тур до конца чемпионата Войко КЛВ, которая не могла вылететь напрямую и опережала Булат на 4 очка, умудрилась растерять вот этот вот гандикап. Поэтому, когда мы говорим о том, что да, Аэрофлот уже стал чемпионом, нужно все-таки держать в голове ту возможность, что если летчики Игоря Кривошеева на игру последнего тура не приедут, с них снимут очки, и тогда их можно будет теоретически догнать. Но думаю, что многие команды, не только пострадавшая сторона, кое является Войко КЛВ, уроки из того нюанса извлекли и в итоге готовы сражаться до самых последних минут чемпионата. Ну а у нас тем временем Игорь Вековищев забивает свой второй гол. Если так пойдет и дальше, то неминуем разгром в этом противостоянии. Да, Войко КЛВ огрызается, Войко старается создавать моменты на чужой половине поля, но смена, знаете, как-то слишком просто и академично даже вскрывает оборонительные редуты своего оппонента. Не сказать, что какую-то хитрую уж комбинацию придумали сине-белые, не сказать, что скорости вблизи штрафной Евгения Анисарова были такими, что попросту голова закружилась у защитников розово-черных. Но ошибки, вот такие вот, например, потери, которую сейчас совершил Илья Дроздов, они могут конвертироваться в опасные моменты. Вот сейчас удалось прервать контратаку своего оппонента войковчанам, но 3 гола меньше, чем за первую половину первого тайма, мы уже с вами увидели. Если мы говорили о том, что не время еще хоронить Войко, то сейчас, наверное, розово-черные все-таки находятся в состоянии клинической смерти. 4-й гол, наверное, окончательно расставит все точки над «ё», и даже у самых ярых скептиков вопросы отпадут. Разыгрывает мяч на этот раз смена на своей половине поля. Это появившийся со скамейки запасных в одной из пауз Денис Филиппов. На самом деле, даже уже в первую 10-минутку в составах команд уже стали происходить перестановки, в частности, у Войко КЛВ на поле Илья Дроздов под 8-м номером появился, а это момент, хороший шанс, Кудрявцев бьет в дальний угол, но не сумел подстроиться под скидку своего партнера, под скидку Вадима Ерогина, футболиста, который вообще планировался, насколько я знаю, в стартом составе у войковчан, но опаздывал к началу поединка, и именно поэтому Дмитрий Бекренев начинал матч у нас справа в полузащите, но вот сейчас там действует Олег Бороздов, буквально всю центральную линию относительно стартового протокола тренерский штаб войковчан изменил.
Возможно, в какой-то степени это реакция на происходящее на поле, потому что говорят же, что футбол выигрывается именно в центральной линии. Возможно, это какие-то иные тактические нюансы, ведь у смены тоже замены произошли, и на поле появился помимо Дениса Филиппова и Дмитрий Заяц, под 11 номером он сегодня действует, а это Сергей Кабанов рвется в чужую штрафную, Гавриленков, прострел, и голкипер выручает свою команду. Вот для кого, а для... Игоря Вековищева этот матч сегодня очень важен. Да, прошу прощения, оговорился я. Александр Гавриленков сейчас за бровкой находится, а это именно Игорь Вековищев атаковал. Оба футболиста фактурных, и понятное дело, что настолько известные на севере, что буквально спутать их попросту невозможно. Но вот думал вот я о Игоре Вековищеве, и понимал я, что необходимо сказать о его споре в гонке бомбардиров с Хавбеком Аэрофлота Евгением Кулаком, что попросту оговорился, прошу прощения и у самого Форда, и у всех телезрителей, следящих за этим противостоянием. Ну так вот, вот для Игоря Вековищева этот матч действительно очень важен, попросту потому, что продолжает он сражение за золотую бутсу чемпионата с Евгением Кулаковым. Не обращайте сейчас внимания на те цифры, которые есть на сайте, потому как последние два тура, не все протоколы были на официальном ресурсе Северной Лиги занесены. И вот сейчас, безусловно, смене, а именно Игорю Вековищеву, нужно забивать как можно больше голов в ворота Воки КЛВ. Во-первых, Аэрофлот, как я уже сказал, завтра играть не будет, и техническая победа в копилке у команда Игоря Кривошеева окажется, а следовательно, коль уж ты не играешь, следовательно, и забить ты не можешь. Ну и в следующем туре смена будет играть с Эдитой. Здесь соперник чуть посильнее, если мы будем отталкиваться от турнирных раскладов, чем Войка КЛВ. Но, тем не менее, и там Вековищев в случае успеха может свой бомбардирский баланс пополнить. Ну и возвращаясь к еще одному любопытному статистическому факту, в поединке первого круга между этими командами была зафиксирована победа сине-белых со счетом 5-0, и тогда хет-триком отметился Игорь Вековищев, еще один гол забил Степан Барышев, и именно Барышев сегодня открыл счет, а Вековищев уже дважды ворота Евгения Анисарова поразил. Следовательно, конечно, уже к рисунку первого противостояния нынешнего сезона команда возвращается. Но понятное дело, что поклонники войковчан хотели бы сломить эту неприятную тенденцию. И для начала нужно хотя бы забить ворота Николая Мухина. А дальше уже дело может пойти. Еще одна замена тем временем произошла. У войковчан в центре поля под 11 номером появился Роман Нагебов. Этого футболиста мы можем узнать без каких-либо идентификации с точки зрения цифр. Его великолепно выбритая голова видна с любых точек стадиона на Флотской улице. Ну а на самом деле, без шуток, лишь только в ноги могу поклониться я этому великолепному футболисту. Уже столько лет выступает он в ЛФЛ, и многие без всяких сомнений мечтали бы выступать на таком высоком уровне продолжительное время. 47 лет, 1971 года рождения этого футболиста. Да, у смены тоже есть много великолепных ветеранов. Ну, вы просто присмотритесь, какой объем работы выполняет 11 номер. Старается успеть всегда и везде на любом участке поля. Ну, а учитывая, что Войка КЛВ играет в два центральных защитника, понятное дело, что на роль одного из хавбеков центральный на оси будет ложиться значительно больше нагрузка. У нас тем временем первый тайм за свой экватор перевалил. 3-0 на табло. Смена громит Войку КЛВ. И, наверное, оценивая происходящее на поле, такой исход сейчас выглядит закономерным. Отличная передача Ратина Дарая. Заяц пятка оставляет мяч Степану Барышеву. Передача в центр, стеночка, удар, хороший момент создал для партнера Игорь Вековищев, именно с ним обыгрывался сейчас Степан Барышев, выстрелил мощно, под перекладину попал в нее, но вот
именно от стойки ворот мяч отскочил в поле, а не в... за ленточку. А здесь Надарай блестяще разбирается с оппонентом. Прострел и очередной гол. И вновь на острие атаки оказывается Игорь Вековищев. Большой палец показывает он своему партнеру, который отдал ему эту результативную передачу. Хет-трик Игоря Вековищева к 19-й минуте противостояния. И по большому счету, да, уже можно говорить о том, что свою 27-ю победу в чемпионате уже смены не упустят. Ну а Игорь Вековищев вырывается в лидеры гонки бомбардиров. Теперь уже нужно Евгению Кулакову нервничать и думать о том, как бы пополнить свой бомбардирский баланс. Ну и, кстати, очень интересен тот факт, что в первом дивизионе очень часто происходит такая ситуация, что лучшим снайпером турнира становится... не представитель чемпиона. И такая тенденция уже прослеживается на протяжении нескольких сезонов. Например, в прошлом году больше всех голов в первой лиге наколотил Василий Милентьев из APC, который выиграл серебряные медали первенства. До этого мы помним и Александра Черненкова из «Дружбы», и Виктора Нарсисяна, также из химкинского коллектива. Ну, в общем, долго можно лазить по куларам истории и находить подобное подтверждение, да, и зачастую многие представители команд, голосуя за лучших игроков сезона, дают предпочтение лучшим бомбардирам, попросту потому, что не всегда удается следить за всеми перипетиями лиги и делать определенные выводы, но вот бомбардирские подвиги, они, конечно, да, всегда на слуху, и о них мы знаем. Конечно, в нынешнем сезоне велика роль в успехе у Аэрофлота не только Евгения Кулакова, но и капитана команды Максима Глейкина, а также и Альберта Шица. Но все-таки уверен, когда мы будем подводить итоги, когда представители команд будут отдавать свои три голоса, расставляя футболистов на виртуальный подиум, многие будут отдавать предпочтение именно Кулакову или Игорю Вековищеву. Это я вам действительно гарантирую. Со штрафного можно попробовать сейчас создать что-то интересное ковчанам. Игру рукой зафиксировал главный арбитр встречи, и Вадим Ерогин подает в штрафную. А здесь Кабанов подставляет свою ногу и, чуть выйдя из ворот, Николай Мухин без каких-либо проблем мяч забирает. И ответ от смены. Барашев бежит вперед, но в борьбе как раз-таки с Романом Нагебовым чуть-чуть потерял он равновесие. И, возможно, одного шажка как раз и не хватило для того, чтобы мяч у лицевой линии догнать. Ищет тренерский штаб ВКовчан варианты, с помощью которых можно попробовать как-то изменить игру, ход противостояния. Вернулся на поле Александр Кудрявцев. Также снова на газоне Олег Браздов. Сергей Михайлов, к слову, пока Виталий Мотов отдыхает на скамейке запасных, занял позицию центра форварда. Здесь какой-то статичности в действиях ВКовчан найти сложно. Эдакое броновское движение, в хорошем смысле этого слова. Но пока все атаки все равно получаются опасными исключительно у смены. Вековищев, хорошая обратная передача. Зайцев, удар, и Вековищев очередной гол забивает. 5-0. Говорил я о том, что для него этот поединок крайне важен. И он подтверждает мои слова делом, забивая очередной гол, уже четвертый для него в сегодняшнем матче и пятый для его команды. Да, похоже, ВКовчанам необходимо сосредоточиться на поединке следующего игрового уикенда. В субботу, 23 июня, ВКовчане сразятся с Практиком. Ну а сейчас нужно пытаться сохранить лицо и не пропустить уж слишком много, потому что уверен, Вековищев на достигнутом не остановится, но уже во втором тайме, когда вновь вернется на поле. Сейчас вместо центра форварда
занял вышедший со скамейки Константин Русаков. У него номер 19. А это удар с очень дальней дистанции. Помните поединок смены и Бенгабум? Мы его также показывали в прямом эфире. И тогда Александр Гавриленков забил ударом с центра поля, перехватывая передачу голкипера. Сейчас, конечно, немножко другая ситуация. И Анисаров не подвел свою команду, перейдя мяч на угловой. Но, тем не менее, выглядело все равно все достаточно опасно. Смена атакует. Виталий Мотов, к слову, тем временем... Ой, Ковчан вернулся на поле. Кабанов, у него отличная пушка с дальней дистанции. Бьет он, но мимо ворот. Чуть-чуть неудачно себе мяч подработал. Пришлось себя догонять и уже по уходящему пробивать. И, конечно же, это не могло не сказаться, прошу прощения, на точности выстрела. Замены и у смены. В последней паузе возвращается Вадим Белугин на поле и вновь занимает позицию правого защитника. 5 минут до конца первого тайма у нас остается. В атаке Войко КЛВ. Мотов неплохо по замыслу, но очень плохо по исполнению. Мухин берет мяч в руки. Пытался быстро вернуть снаряд партнеру, но не позволил это сделать 99-й номер Олег Бороздов. Русаков не попадает толком по мячу. И в итоге позволяет ему покинуть пределы поля. Резюмируя события первой половины, которая, правда, еще не завершилась, наверное, можно говорить о том, что смена выиграла этот матч, а вернее Войко КЛВ его проиграла в первые 12 минут. 3 гола за этот промежуток забили сине-белые. И в итоге сняли все вопросы о победителе. Дальше уже, конечно же, будем говорить про великолепное индивидуальное мастерство Игоря Вековищева, забивающего буквально из любых позиций. Но это все уже такие разговоры не в пользу бедных, конечно же, нет, а немного отходящие от самого происходящего на поле. Потому что уверен, не забей Вековищев те голы, кто-то другой отличался бы в футболке с надписью «Смена» на груди. Попросту для Вековищева это сейчас более важно. И, естественно, в той или иной ситуации нападающий сине-белых будет принимать решение пробить, если есть равнозначное решение эпизода. Ну и партнеры, конечно же, не пожадничают, а попробуют помочь своему форварду. Белугин переводит мяч налево, на Дарая в центре. Ставит корпус и подключает к наступлению Сергея Кабанова. Пас налево и продолжает свое движение Кабанов, но там подсказываются партнеры, и нужно, просто необходимо возвращаться назад защитнику смены. Здесь, конечно же, Надарай немножко опустился на позицию последнего защитника, но этого и не потребовалось. Здорово сыграл на перехвате Кабанов, и снова смена в атаке. Атакует в численном большинстве, но немножко не в темп, что ли, выполнил передачу Степан Барышев, и в итоге и ваковчане сумели вернуться в оборону, да и вообще свою остроту эта атака потеряла. Дарая теряет мяч, подарил его сопернику, не здорово там подобедал, да, Илья Дроздов, отметим и полузащитника Ковчан, ну а здесь Мухин выходит с громким выкриком «Я!» и мяч забирает. Капустин, хороший перевод и удар в лед, Анисаров ногой мяч отражает. И очередные замены в составах обеих команд. Массовая у Войки КЛВ и точечно у смены. А
Хорошая передача Гавриленкова на Зайца. Подача. Здесь Нагебов разряжает обстановку. Кабанов. И вот сейчас может тут получиться интересно, если бы дошел этот пас до Сергея Михайлова. Капустин! Дальний выстрел. Чуть мимо створа. Смирился уже Войко КЛ с поражением. Это видно. Еще даже при счете 3-0. Более активно, что ли, вперед шли розово-черные. Ну вот, еще два забитых гола, конечно, выбили дух войковчан. И теперь КЛВ необходимо настоящее чудо совершить, чтобы в этом противостоянии набрать зачетные баллы. Дарая. Вновь ошибается в передаче. Во второй раз в течение короткого промежутка времени. Вообще это не свойственно для центрального полузащитника, известного на севере по прозвищу Пират. Но вот счет, который мы видим на табло, вы, дорогие друзья, в вашем левом верхнем углу, он, конечно, позволяет несколько попижонить, выполнить такие вот рискованные передачи, неоправданные. Поэтому, конечно же, никто Ратину Дарая за такое здесь ругать не будет. Тем более, что в нужные моменты в других поединках он проявлял себя как настоящий лидер. Что ж, дорогие друзья, первый тайм у нас подошел к концу. Его итог крайне красноречив. 5-0, смена впереди. Отдыхаем буквально минутку-другую и затем уже возвращаемся на стадион на Флотской улице. Нанесение логотипов на одежду. Спортпринт-М. Завершился перерыв в матче 38-го тура первого дивизиона, в котором отношения выясняют смена и Войко КЛВ. После стартовых 30 минут игры впереди подопечная Александра Гавриленкова. 5-0. Покер Игоря Вековищева и стартовый гол Степана Барышева пока демонстрируют колоссальную разницу между уже коллективом высшего дивизиона и сражающейся за выживание в классе команды. Здесь Барышев мог вновь забивать на первой же минуте тайма, но на этот раз не сумел переиграть Евгения Анисарова, а Вековищев упустил возможность добавить в свой актив голевую передачу. Здорово там, конечно, открылся в штрафной Вековищев. Не устаю я сегодня его хвалить. Форд великолепного мастерства. Много лет провел в высшем дивизионе. Известен в том числе и по выступлениям за футбольный клуб «Водный стадион», который уже не существует на карте московского ЛФЛ. Но его лидеры продолжают бороздить поле на Флотской улице. Это Игорь Вековищев, это, безусловно, Сергей Кабанов. Вот сейчас он с мячом, никто его не встречает. Барышев чуть-чуть долго с мячом работает. И в итоге его обезмячили вдвоем здесь Сергей Михайлов и его партнер. А у Кудрявцева чистый выход 1-1, но он забивает в первой же атаке после перерыва. Олег Шибзухов, который начал второй тайм в рамке у смены, вынужден капитулировать уже на второй минуте тайма. Ну и отмечаем мы, безусловно, отбор в центре поля, последующую передачу на Кудрявцева. Ну и, конечно же, сам седьмой номер все сделал выше всяких похвал. Не стал сближаться с вратарем и покатил мяч в дальний угол. Ну а Николай Мухин, который первый тайм сегодня провел в воротах у смены, в свой актив может записать Сухарь. Его уже у него никто не отнимет. Ну а Таше Бзухову приходится начинать с пропущенного гола. И во втором тайме его команда проигрывает 0-1. Но чем не интрига на оставшиеся 27 с небольшим минут. Сколько еще сумеет забить Войко и
сколькими забитыми мячами ответит на это их соперник. Убивает мяч Шибзухов. Барышев проигрывает позицию Максиму Горбунову, но здесь великолепно в отборе действует 17 номер Дмитрий Бекренев, действующий вместе с Максимом Горбуновым в обороне. Провалил старт встречи Борис Силич, и, видимо, поэтому тренерский штаб решил поменять линию обороны после стартового спурта. Михайлов направо, Кудрявцев один в один, входит в штрафную, неудобная передача Михайлову, и в итоге мяч уходит на отворот. Все ближе и ближе конец сезона у нас, дорогие друзья, в высшей лиге. Чемпионат уже завершился, близок к своему логичному окончанию и турнир в первом дивизионе. Но вот борьба за Кубок Севера, она только стартовала по большому счету. На прошлой неделе были сыграны матчи 1/16 финала, той стадии, где команды высшей лиги подключаются к розыгрышу турнира. Ну и на самом деле нужно сказать о том, что ввиду снятия с розыгрыша в высшей лиге двух коллективов, это Энергомаш и Азимут, Смена и Аэрофлот получили право пропустить этот раунд и начать его со следующей стадии. Здесь желтую карточку Ратина Дара получил за излишнюю эмоциональность, за неспортивное поведение. Это предупреждение было встречено войковчанами с хорошей шуткой, что, мол, в наши лучшие годы мы так себя вели. Ну а Ратин Дарай оказался недоволен действиями партнеров и в итоге просил отреагировать на это тренерский штаб заменами. Ну вот и сейчас футболисты Смены достаточно эмоционально реагируют на собственные ошибки и Александр Гавриленков с Дмитрием Капустиным немножко закусились. Барышев. Не прошла скидка в исполнении Степана Новиковищева. Хорошая передача. Еще один момент у Войки. На этот раз Шибзухов прочитал момент и, несмотря на то, что начал чуть заранее заваливаться, сумел мяч отразить, но Войко такими темпами может и в игру вернуться, дорогие друзья. Сейчас еще забить один, два, и Смена уже нервничает. Не то, что ей придется начать нервничать, нет, она уже недовольна ходом матча, несмотря на счет. И войковчанам нужно ловить моменты и нужно постараться забить еще как можно быстрее. Всего 7 минут команда провели на поле во втором тайме. А сколько эмоций, да, дорогие друзья? Казалось бы, после такого первого тайма, в котором Смена буквально по кусочкам разложила своего оппонента, забивая голы на любой вкус, мы уже думали, что все ясно. Но нет, быстрый гол от Войки. Хотя на самом деле все могло бы повернуться совершенно кардинальным образом. Забей Степан Барышев в первой же атаке после перерыва. Счет был бы 6-0, еще неизвестно. Состоялась бы затем вот эта вот атака с выходом 1 на 1, да? Но вот можно забить сейчас. Барышев входит в штрафную, передачу Вековищеву и в фирменном стиле. Вновь все мои разговоры летят в тартарары. Вековищев пятый гол забивает. Пентатрик в исполнении четвертого
номера смены. Даже не уверен, забивал ли он столько в этом году. Да, безусловно, пентатрики были в карьере у этого форварда. Здесь никаких сомнений. Да, и в нынешнем сезоне 5 мячей от Игоря Вековищева получал МСК 800 в Кубке Первой Лиги. Тогда смена с минимальным перевесом 6-7 одолела команду второго дивизиона. Четырежды еще доставалось Штарку. Несколько хитриков, еще покер ворота Ювенала. Да, достаточно много забивает Вековищев, оно и неудивительно. Именно такие личности и сражаются за звание лучших снайперов дивизиона. Но вот в нынешнем сезоне он уже дважды забивал по 5 голов за одну встречу, а вот 6 еще не забивал. Гексатрик может состояться, но пока необходимо идти смене в оборону. Перевод с бровки на бровку, и не точно не дошла эта передача до Вадима Ерогина, и кричит Евгений Анисаров, что необходимо Борису Силичу возвращаться в оборону и занимать позицию рядом с Максимом Горбуновым, оберегая Игоря Вековищева. Две четверки здесь на малом участке поля раз за разом сталкиваются. Вековищев играет налево. Филиппов в центр, снова Филиппов. И длинный перевод направо. Парышев не стал обострять, сохраняет пока мяч. Дарая без нарушения правил у него отобрали снаряд, и вновь Войко КЛВ рвется в атаку, и в очередной раз плохая, откровенно плохая передача обрывает потенциально голевое наступление войковчан. Но атака продолжается. Уже штрафной комбинирует удар! И мяч попадает в перекладину, и отказываются эти ворота засасывать мяч в себя после выстрелов и попадания в перекладину. Помните, в первом тайме здесь также Барышев в стеночку обыгрался с Вековищевым, но после его удара вот мяч также попал в перекладину, в газон, затем вылетел из створа. А ведь нужно было сейчас забивать Илье Дроздову и сокращать отставание в счете. Да, понятное дело, что за 20 минут отыграть 5 мячей у смены, у такой смены, легко летящей в атаку, это более чем сложно. Но, тем не менее, для нас, нейтральных зрителей, конечно же, чем больше забитых мячей, чем больше голов, тем интереснее. Я думаю, вы со мной, дорогие друзья, непременно в этом согласитесь. Горбунов проигрывает позицию Барышеву. Пас назад, и здесь будет аут. Дарая убирает мяч под себя, но тут сразу же утыкается во второго оппонента. По страховку у Войки в ходе таких нестремительных атак она, конечно, на высоте, но многое уже было потеряно в первые 40 минут, чтобы какие-то оды петь оборонительным редутом розово-черных. Гавриленков. Игра на камеру, да, безусловно. Несколько подурачился руководитель смены. Знаете, вот в свое время, когда в РФПЛ Алан Гатагов не сумел выполнить передачу и в итоге обкрутился вокруг своей оси, все стали шутить, что у нас теперь есть финт Алана Гатагова. Вот это вот можно, наверное, назвать финтом Александра Гавриленкова. Думаю, что сам полузащитник ни в коем случае не обидится на такое высказывание. Кабанов грузит мяч вперед. Здесь Максим Горбунов надежен. Вот, к слову, сказал я про Романа Нагибова.
говоря о его ветеранских достижениях, раз уж начали такой разговор, то, безусловно, надо и про Максима Горбунова пару слов сказать. Вот сколько я слежу за игрой Войки КЛВ в первом дивизионе, вот линия обороны Войкопчан у меня всегда ассоциируется с Максимом Горбуновым, 45-летний центральный дефенсор. Неизменно выступает за Войку уже достаточно давно. Не раз доставился он попаданию в символическую сборную. Но вот сегодня не его день, как и не день всей команды. Горбунов. Не нашел вариантов продолжения атаки и подарил мяч Вековищеву. Видимо, и Максим Горбунов хочет, чтобы Вековищев стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но это о чем мы и говорили, что в любой другой ситуации случись этот эпизод в важном матче в середине сезона, Вековищев непременно поотдал передачу на Ратина Дарая. Но вот в сегодняшнем матче, в сегодняшний день, за неделю до окончания турнира, Вековищев пробил сам и забил уже 6-й гол в отчетном поединке. Гекса-трик Игоря Вековищева. Пятнадцать минут у нас остается до завершения этого поединка. Последние интриги уже, можно сказать, умерли. Ой, какой свой гол престижа забила в начале тайма. Вековищев побил свой рекорд результативности в отчетном сезоне. Ну а Вековищев разменял уже 7-й десяток забитых голов в нынешнем сезоне. И я думаю, что сейчас будет создан очередной момент для гола Вековищева. Вековищев в центр на Надарая. Напрашивается передача направо. Пас на дальнюю. И Вековищев не сумел добавить мяч в сетку. Но этого ему делать не пришлось. За него классно здесь поработали партнеры. 8-1. Очередной мяч в сетке ворот Евгения Несарова. Оказывается, его автором становится Александр Гневчинский. Но если дело так пойдет и дальше, то двузначным будет преимущество смены по итогам 60 минут игрового времени. Играть-то остается еще 14 минут, уже чуть меньше, и не думаю я, что главный арбитр встречи что-то командам компенсирует. Это совершенно не нужно в данной ситуации. Но зато мы в любом случае насладились большим количеством забитых мячей. Вековищев. Один в один остается с Борисом Силичем. Не стало идти в обводку. Передача направо. Точно. В грудь партнера вложил снаряд. Заяц, прострел. И Вековищев удар с лету! На себя этот выстрел принимает Максим Горбунов. Там, по-моему, не шел мяч в створы. Но, естественно, кто в такой ситуации из игроков обороны будет убирать голову и пропускать мяч? Вековищев еще раз пробил, можно сказать, в ходе этой же атаки, после подачи с углового. Но не точно. А теперь ответ Войковчан. Мотов штрафной удар. И не попадает в створ лучший бомбардир Войки КЛВ. В таком стиле он свои 20 голов в сезон неизменно забивает. Вот сегодня этого, оказывается, мало. Даже для того, чтобы
просто поразить ворота Олега Шибзухова. Сказов. Хороший момент, но вновь на высоте Шибзухов. Но не то, чтобы он исправляется за пропущенный гол, там его вины в начале тайма вообще было по минимуму. Да, не выручил, но уж ни в коем случае ругать Шибзухова за этот мяч мы не будем. Но несколько классных спасений, тем не менее, Шибзухов уже успел совершить. Мотов. Разворачиваться. Скидка партнера. Нужно было бить в одно касание. Что ж так долго-то принимает решение 12 номер Вадим Ерогин. Бей в лед и лови на переступе своего соперника. Голкипер на противоходе. И попади в угол и будь гол. А в итоге мяч долго обрабатывал. И в итоге еще и пробил потом прямо по центру. Кавищев грудью скидывает мяч партнеру, но недопонялись друг друга немного Вековищев с Гневчинским. Вековищев на самом деле и не собирался ускоряться к этому мячу, планируя, что партнер его подберет. Ровно так же и подумал и Александр Гневчинский. Заяц. Плохая передача. Неудивительно, что Борис Силич ее успел перехватить. Снова с мячом Силич. Пас в центр. Неплохо. Ну а здесь уже в подкате приходится играть Силичу. И мало того, что атаку соперника остановил, не пустив к мячу Сергея Кабанова, так еще и мяч, я так понимаю, остается у розово-черных. Которые проводят очередную массовую замену. Получает свое игровое время еще несколько футболистов, возвращаясь на поле. Это и Сергей Михайлов, и Олег Бороздов. Все они уже сегодня принимали участие в этом противостоянии. Но смена показала сегодня класс. И наглядно продемонстрировала, какая же все-таки разница между командой уже по факту высшего дивизиона и первой лиги. Вековищев. Отыгрывается в центр. Капустин. Тут еще правее. Белугин. Центр на Гневчинского. Здорово избавляется от опекуна и бросает прорыв Белугина. Но здесь Горбунов в отборе хороший. Не только атаку соперника остановил, еще и мяч для своей команды отвоевал и удар от ворот. Таким образом будет войковчанами разыгран. Близится к своему логическому завершению поединок. Уже давно все предельно ясно в этом противостоянии. Еще и Войко КЛВ мяч на своей половине поля теряет. В очередной раз позволяя смене начать новую атаку свою. На этот раз Сергей Михайлов вблизи собственной штрафной завозился с мячом и в итоге снаряд потерял. Кабанов играет направо. Получает обратную передачу. Разворачивая атаку на левый полуфланг. Капустин. Прокат под стопой и оставляет мяч Дмитрию Зайцу. Кабанов. Передача вперед. Вековищев блестяще на дара. Вековищев 9-1. Свой 7-й гол в сегодняшнем матче забивает Игорь Вековищев после классной комбинации с участием Ратина Дарая. И отправляется на скамейку запасных, предоставляя игровое время Константину Русакову. Устанавливает Игорь Вековищев рекорд нынешнего сезона по собственной результативности.
Уже 7-й гол сегодня он провел в ворота соперника. Блестяще отыграл отведенное ему время форвард смены. Сегодня стал главным творцом этого успеха. Сейчас ответ от Войки и немножко затянул с ударом 99 номер Олег Бороздов. Пробить сходу, подстроиться под эту передачу из глубины не удалось, а затем уже и Олег Шибзухов из ворот вышел, да и защитник уже так на плечи навалился и не позволил пробить без помех и вратаря переиграть. 9-1, успеет ли смена забить еще, чтобы до двузначного, собственно, превосходства довести, времени еще более чем предостаточно, 6,5 минут. Шибзухов играет направо, но если это была передача Сергею Кабанову, то совсем она ему не в темп попадала, и вопрошает как раз-таки центральный защитник сине-белых, действительно ли ему предназначался этот пас. Силич зажигает свечу, разряжая обстановку. В итоге просто атаку останавливает соперника. Шибзухов играет центр. Кабанов под прессингом надежен. А вот Капустин чуть было мяч не потерял. Но мы все прекрасно знаем, в футболе сослагательного наклонения не существует. И поэтому остается лишь констатировать, что мяч для своей команды Капустин сохранил. Высоков, Капустин оказался под прессингом, но получил по ногам от Вадима Ерогина. Арбитр досмотрел до конца, чем же завершится этот эпизод, и лишь затем штрафной назначил. Разыграли уже мяч сине-белые. Барышев завозил с мячом, неточная передача и возможность для контратаки. Бороздов убегает оппонента, выход в 3 в 1, Михайлов обратно пас на Бороздова, удары, 9-2 становится счет, и его автором, вернее, соавтором, наверное, можно сказать, становится Степан Барышев. Именно он потерял мяч в центре поля и подарил сопернику возможность провести вот эту вот контратаку. Ну а Олег Бороздов второй мяч престижа в сегодняшнем матче проводит. Уж простите мне такое сравнение. Ни о какой интриге, понятное дело, даже после этого гола речи не идет. 9-2. Более чем уверенное превосходство команды Александра Гавриленкова. Ну вот два пропущенных гола для Олега Шибзухова, наверное, немножко праздник серебряных медалей испортит. Повторюсь, Аэрофлот завтра получит технические 3 очка за поединок против Ансара и станет недосягаемым для команды Александра Гавриленкова. А ведь мы помним, что в середине сезона была неприятная ситуация, но об этом чуть попозже. Михайлов на ударной позиции, пробить ему не позволили. А здесь Кабанов второй раз подряд играет надежно. Собственно, штрафной, смотрите, как по-хозяйски принимает мяч на грудь и даже не спешит никуда. Заяц по штрафную, какой момент у Русакова. И упускает форвард возможность сделать счет двузначным, не попадая буквально с нескольких метров в пустой уже створ. Отличная передача, отличный прием мяча от Дмитрия Зайца и отличный ассист на дальнюю штангу. Но все это оканчивается лишь упущенным моментом. Возвращаюсь я к турнирным раскладам. Аэрофлот таким образом становится недосягаемым для команды Александра Гавриленкова. Но ведь мы все прекрасно помним тот эпизод, случившийся в поединке смены с Бинго Бум, когда в официальном протоколе матча на стадионе не был вычеркнут руководитель команды и
принял он участие в этом поединке, хотя по регламенту не имел на это права, получив 4 желтые карточки в предыдущем противостоянии. И в итоге, возможно, именно этих 3 очков и не хватает нам, дорогие друзья, для золотой интриги в этом противостоянии. Потому как сейчас в режиме лайв отрыв Аэрофлота от смены составляет 1 набранный балл. Да, завтра еще 3 в копилочку добавятся. Но не будь этого, в последнем туре мы бы увидели настоящую чемпионскую гонку до самых последних матчей сезона. Впрочем, действительно, уже много интриг прекратили свое существование. Буран обеспечил себе попадание в стыки. Аэрофлот и смена золотые и серебряные медали соответственно. Знаем мы уже и 3 команды, которые по итогам чемпионата точно покинут первый дивизион. А завтра в случае неуспеха к их числу может присоединиться и Дубровник, который играет с Бинго Бум прямым конкурентом Войки КЛВ. В общем, здесь на самом деле, несмотря на то, что большинство интриг уже закончились, прекратили свое существование, есть еще зачем понаблюдать в последнем туре, ну или как минимум посмотреть, как потратят оставшиеся 60 минут последнего матча команды при подготовке к стыковым турнирам. Последняя минута встречи у нас тем временем идет. Игра без центра поля, от ножа, как любят говорить в таких ситуациях комментаторы. Момент за моментом, вот еще один шанс у Кудрявцева. Выстрел Бекренева на добивание выше створа. И, наверное, это была последняя атака Войки КЛВ в этом матче. Последняя возможность еще немножко скрасить впечатление от собственной игры. Но своими возможностями не воспользовались войковчане. Смена заправляет мяч вперед. Надарая. Ну и все на этом. Дает свисток главный арбитр встречи, возвещающий о том, что смена побеждает Войку КЛВ в этом увлекательном поединке со счетом 9-2. На этой ноте, дорогие друзья, будем с вами прощаться. Вместе с вами за ходом этого противостояния следил Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной Лиги и до свидания. Нанесение эмблем «Спортпринтем».